Всем привет! С вами второй выпуск Strategy Guide для игры Injustice Gods Among Us. В прошлый раз мы рассматривали с вами Бэтмена, сегодня мы поговорим о его заклятом враге, истинном гении террора и харизматичном злодее, заслуженно занявшем первое место в списке величайших злодеев всех времен и народов по версии журнала Wizard и второе место в списке сотни величайших злодеев комиксов по версии IGN, уступив только марвеловскому Магнето. Это Джокер. Так же, как Бэтмен при первом появлении стал очень популярным героем, Джокер при своем появлении стал очень популярным злодеем. Оригинальная история этого безумца начинается с истории Красного Колпака. В какой-то момент Готэм подвергается нападению банды гангстеров, которую возглавляет человек в Красном Колпаке. В разных операциях Красный Колпак надевали разные члены банды. Единого руководителя у них не было. Во время налета на химическую фабрику Ace Chemical с целью ограбления карточной компании, находящейся в том же здании, преступники сталкиваются с отрядом полиции и самим Бэтменом. Все налетчики погибли в ходе перестрелки, кроме Красного Колпака. Столкнувшись с Бэтменом, он прыгает в чан с химическими отходами, откуда ему удается сбежать по сточным водам. Когда преступник выбрался на берег реки, он снял колпак и увидел свое отражение. Химикаты сделали его лицо белым, волосы позеленели, вокруг глаз возникли черные круги, а губы растянулись в вечной улыбке. Тронувшись рассудком, этот человек теряет свою память и забывает о своем прошлом. Такова классическая история рождения Джокера, кем он был до этого, какова его изначальная биография, неизвестна до сих пор. За 70 лет выхода комиксов тайна прошлого Джокера так и не была раскрыта. С этого момента Джокер стал постоянным противником Бэтмена, неизменно действуя на грани сумасшествия и математического расчета. Его планы жестокие, хитроумные, продуманные, а сам Джокер является не просто опаснейшим преступником, а обладает удивительной харизмой, способной склонить на его сторону очень многих. Таким образом, он опасен не только как преступник и организатор, но и в психологическом аспекте. В экранизациях фильмов про Бэтмена Джокер удостаивался более чем продуманной актерской игры. Исключение, пожалуй, первая киноэкранизация Бэтмена 1966 года, где Джокера сыграл Сизар Ромеро. Это был достаточно далекий от комиксов персонаж, не соблюдающий общие каноны. Но в фильме Тима Бёртона 1989 года Джокер в гениальном исполнении Джека Николсона предстал перед зрителями на удивление интересным злодеем с отлично переданным духом комиксов и с подчеркиванием именно тех черт, которые так полюбились читателям. К тому же в том фильме Джокер был удостоен собственной биографии. Он бывший преступник и гангстер Джек Напьер, и именно он является убийцей родителей Брюса Уэйна, хотя канонически им, как мы помним, был Джо Чилл. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о фильме «Темный рыцарь» 2008 года. Здесь главного злодея сыграл Хит Леджер, исполнив роль изумительно красиво, сделав этот фильм лучшим из трилогии Нолана. Такая проработка персонажа встречается в кино крайне редко, тем более в современных боевиках. Его актерское исполнение поражало, Джокер стал более реалистичным, его биография была полностью вычеркнута, он стал Джокером еще до встречи с Бэтменом и ни в какие химические отходы не падал. Его зеленые волосы и белое лицо – это подчеркнуто грубо нанесенный грим. Тем самым Хит создал Джокера не похожим на Джокера Джека Николсона, но не менее гениального, соответствующего той эпохе, в которую выходил фильм. Планировалось появление Джокера в продолжении «Темного рыцаря», но, к большому несчастью, актер умер при съемках фильма «Воображариум доктора Парнаса». О Джокере можно говорить много и о его способности буквально притягивать читателей и зрителей. Но не будем затрагивать эту тему, как понятно, Джокер, как и Бэтмен, появлялся во многих играх про Темного Рыцаря, в том числе, конечно, и в трилогии Аркхэм. Как же без этого, ведь он главный антагонист всей серии комиксов. Также он играет ключевую роль в сюжете Injustice, каким же он при этом является бойцом, давайте посмотрим. К сожалению, любители Джокера, а таковых немало даже в нашей стране, расстроятся, увидев, каким он предстал в Injustice. Речь, конечно, идет о его умениях вести рукопашный бой.
Тут, к сожалению, знаменитый злодей находится в нижних строчках рейтингов, так как не способен должным образом наказывать своих противников, зацепиться ему тяжело, а все его, с позволения сказать, сюрпризы малоэффективны, если вы хотя бы раз играли против Джокера среднего уровня. Конечно, есть очень полезные опции, способные вывести его на комбо и даже подлавливать на ресеты, но опять-таки, стоит немного изучить Джокера, и он становится слишком неэффективным бойцом, да и после патча его сделали еще слабее. Физически Джокер слаб, поэтому взаимодействует с объектами на арене, отпрыгивая от них, минируя или используя по назначению. Также Джокер очень жаден до метра. Безметровые комбы слишком слабые, чтобы применять их в бою как серьезную силу, а с метром зачастую не сильнее безметровых комб более сильных бойцов, поэтому Джокеру жизненно необходимо держать метр. Для начала рассмотрим спецприемы Джокера и начнем с трейта. Бешеный Джокер. Очень неплохое парирование в один кадр. Также парирует низкий удар, если нажать вниз 4. За каждое удачное парирование начисляется 1 Х. Каждое Х слегка ускоряет движение Джокера. Можно пытаться использовать в комбах, но при этом необходимо вырабатывать новый тайминг. По истечению 10 секунд Х исчезает, оставляя вам все того же медленного Джокера. Не стоит сильно рассчитывать на ускорение, более ценен этот прием именно как парирование. Лом. Относительно быстрый оверхед на блоке теоретически наказуем, но сделать это слишком тяжело, и эксовая версия наносит больше урона. Веселящий газ. Достаточно медленный проджектайл по небольшой дуге. Реагировать легко, но и эксовая версия имеет сюрприз. В любой момент полета канистры, даже когда она уже ударит противника, но не успеет исчезнуть, можно в нее выстрелить и взорвать, нажав R2. Этот взрыв является лаунчером, но вся проблема в том, что проджектайл применим только на дальних дистанциях, и в силу медленности Джокера после лаунчера вы просто не успеете зацепиться за противника, чтобы наказать его комбой. Поэтому фактически прием бесполезен. Супер веселящий газ. Такой же прием, как и предыдущий, но является низким ударом и имеет гораздо более быстрый стартап, а потому очень даже применим. И тем же способом его можно взорвать, запустив противника в воздух. Таким образом, этот прием является ключевым, так как в него нужно канцелить комбы. Также неплохо применим на любой дистанции. На дальнем все так же, смысла в EX-е нет, так как Джокер не добежит до противника. Вблизи же можно чередовать низкий супервеселящий газ с оверхедным ломом, путая тем самым противника и наказывая за неправильный блок. Понятно, что на оба приема все равно можно среагировать, но это лучше, чем ничего. Бам! Проджектайл Джокера с быстрым стартапом, но ужасно долгим рекавером. Промахивается по сидячим. Можно задержать однерку и отменить выстрел дэшем, из-за долгого рекавера желательно стрелять издалека, и эксовой версии не имеет. Клацающие зубы. Достаточно долгий старт, но все же можно использовать, чтобы удержать противника на дистанции. Бьют низким ударом и являются лаунчером, тем самым при ошибке противника выводя Джокера на комбо. К сожалению, Джокер не может кинуть зубы одновременно на разные дистанции, поэтому тут остается уповать только на ошибку противника. Также, бросив зубы под ноги, можно ударить чарджевым вперед 3, что является оверхедом. Противник подлетит либо на зубах, либо на чардже. И то и другое выведет Джокера на комбо. От такого трюка легко убежать, зная свойства зубов, поэтому рассчитывать на него нужно только при незнающем противнике. И эксовые версии не имеют. Кислотный цветок. Лучший прием Джокера, уступая разве что парированию. Наносит урона больше, чем любая другая его спецатака без метра, оставляет противника на ногах, поэтому нужно именно цветком заканчивать комбы. Сейф на блоке даже вблизи, да к тому же самый быстрый стартап из арсенала Джокера, что делает этот прием повсеместно применимым, в том числе на реакцию против напрыгивающего противника. А если удалось таким образом опустить его на зубы, то комбо неизбежно. И эксовой версии не имеет. Давайте серьезно. Супер мув Джокера является проджектайлом, ансейф на блоке вблизи, достаточно быстрый стартап.
комбо Джокера без метра снимают очень мало, поэтому тратить метр на супермув более чем нелогично. Заканчивать все комбы нужно кислотным цветком, что позволит оставить противника на ногах без возможности делать вейкапы. В углу Джокер способен при помощи клацающих зубов ловить противника в ловушке. Конечно, заресетить врага после патча вряд ли удастся, соперник может освободиться и убежать. Но если он плохо знает Джокера и его приемы, вполне можно этим воспользоваться, задавив его в углу клацающими зубами, остановив кислотным цветком и комбинируя чарджем вперед 3, при необходимости жертвуя шкалой ради армора. Но эти трюки будут работать недолго и в силу незнания вашего противника. При должной адаптации он быстро научится вам противостоять, ставить нужный блок, делать вовремя кроссапы и нейтрал джампы, избегая быстро взрывающихся зубов и ловя самого Джокера на двойку с последующим комбо. Для начала рассмотрим безметровые комбы. Если противник попался на зубы и он в достаточной близости от вас, бьем назад 3, напрыгиваем с двойкой 3-2 кислотный цветок. 34%. Можно напрыгивать с тройкой вместо двойки, но шанс сделать завершение очень резко сокращается. Если противник попался на чардж, напрыгиваем с двойкой 3-2 кислотный цветок. 30%. Обе чарджевые атаки имеют сейф на блоке. Остальные безметровые комбы не представляют особой угрозы. Джокер слишком медленный, чтобы зацепиться своими многочисленными джаггл-стартерами, поэтому вынужден использовать скудный арсенал. Все эти комбы можно делать до конца, так как цветок имеет сейф на блоке. 2-1-2 – кислотный цветок, 20%. 3-2 – кислотный цветок, тоже 20%. 1-1-3 – цветок, 17%. Вперед 2-3-2 – цветок, 17%. А теперь комбы с метром. Если видите, что они блокированы, то вместо веселящего газа пускайте в ход цветок, что обезопасит Джокера на блоке. Основное комбо 3-2 супер веселящий газ, он бьет противника, взрываем, назад 3, напрыгиваем с двойкой 3-2 кислотный цветок. 41%. Два один газ, взрываем, назад 3, напрыгиваем с двойкой 3-2 цветок, 36%. Один один газ, взрываем, назад 3, напрыгиваем с двойкой 3-2 цветок, 35%. Вперед 2-3, газ, взрываем, назад 3, напрыгиваем с двойкой, 3-2, цветок, 35%. Супер мув в большинстве случаев делать бессмысленно, так как потеряв метр, можно сильно пожалеть. Из тех, что можно использовать для гарантированного добивания противника. Чардж, напрыгиваем с двойкой, 3-2, супер мув, 42%. При попадании на клацающие зубы, назад 3, напрыгиваем на противника с двойкой, 3-2, супер мув, 45%. После патча играть за Джокера стало еще тяжелее, и ловить противника на клацающие зубы тоже стало не так-то просто. Но все равно это остается относительно эффективным оружием, чтобы заставлять его осторожничать. Супер веселящий газ, бьющий понизу и лом сверху. Конечно, среагировать не составляет труда, но именно такой темп надо навязывать, если вы играете за Джокера. Крайне аккуратно пользоваться метром и не тратить его на бесполезные опции, наподобие EX-ового лома. Держать противника на средней дистанции и сближаться по возможности с подстраховкой. Благо у Джокера хотя бы есть немало безопасных спешелов.
Ну и конечно Ха может серьезно сыграть вам на руку, потому как парирование очень хорошая опция у Джокера, но я бы не советовал особо рассчитывать на это ускорение. В углу можно создать очень неприятные для противника ловушки, заменяя завершающий удар клацающими зубами и бомбя после этого противника оверхедами. В панике ваш соперник может просто растеряться и наделать ошибок, которые не позволят ему так просто выйти. Оказавшись на дальней дистанции, не стоит рассчитывать на зонинг, он у Джокера неэффективен. Лучше потратить это время, чтобы слегка сократить дистанцию на зону поражения цветка и вовремя бросить клацающие зубы и подловить на них противника при сближении. Если против вас начинается зонинг, лучше не вступать в это противоборство. Вот таким на удивление слабым оказался Джокер в игре Injustice, к сожалению его геймплей мало эффективен и может быть интересным только в первые несколько боев, потому что потом ваш противник просто привыкнет к стилю игры Джокера, который даже никак нельзя разнообразить или удивить. У клоуна слишком уж мало тузов в рукаве, приходится пользоваться ими всеми и сразу. На этом я заканчиваю второй выпуск Strategy Guide. С вами был Дженикус. Пока. He had failed to elevate the Joker clan status. Joker was convinced a similar organization could be successful in his dimension. Joker used a series of devastating terrorist acts to frighten the populace, then convinced the more gullible among them that he was the path to security. The new Joker clan soon had millions of members worldwide and committed regular anti-government attacks, wreaking havoc on the global economy.